раз в году и палка стреляет, как говорится в известной пословице. Примерно так можно сказать о случае, который произошел во Флориде, США. Добро пожаловать на канал Just Fun. Здесь вы можете увидеть множество интересных и удивительных историй, поэтому подписывайся на канал и устраивайся поудобнее. Поехали! Хоть и крайне опасная, но одновременно забавная ситуация произошла в доме у семейной пары рано утром. Когда соседи, да и весь город мирно спали под мерный стук капель дождя, прогремел громкий взрыв. Наспех продрав глаза, люди повскакивали со своих кроватей, пытаясь понять, что происходит. А случилось вот что. Молния, которая имеет обыкновение бить в самые высокие металлические точки, шарахнула по крышке септика, едва возвышающейся над землей. А парам метана достаточно небольшой искры. И как итог, моментальное воспламенение газа и взрыв, который отразился на унитазе в доме наших героев. Приехавший на место происшествия сантехник Джордан Хагадорн был в удивлении от происшедшего. По его мнению, такой случай является первым в его практике, да и, наверное, первым вообще в истории, связанной с унитазами. Мэри Лу Уорд, чей унитаз подорвался как на мине, говорит в интервью: «Это было страшно. Представляете, вы спите, и неожиданно мощный взрыв раздается в уборной. Когда он прогремел, мы еще долго лежали в кровати, боясь пошевелиться. Думали, что это бомбардировка. Но затем зашли в туалет и увидели то, что осталось от нашего унитаза. Его куски лежали по всей комнате, и некоторые из них находились в стене». Естественно, хозяйка дома сфотографировала место происшествия и выложила в сеть. «Я так рада, что никто из нас не находился в это время в туалете. Да и кто вообще мог подумать, что такое может произойти? Это же нонсенс». На вопрос, что же повлекло за собой такой взрыв, Джордан говорит: «Это же септик. Из-за накопившихся каловых масс там образуется огнеопасный газ – метан. Вот он и сдетонировал из-за попавшей молнии. Хорошо, что никто не пострадал. Я думаю, что семья Уорд через некоторое время будет вспоминать этот случай со смехом. Вот так необычно может повести себя молния. А ведь много случаев, когда она била не только в низкие точки Земли, но также и в людей». А с вами происходило что-то необычное, связанное с молнией? Если да, напишите в комментариях свою историю. Понравился материал? Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этой историей со своими близкими. Пока!